Так, дорогие друзья, приветствую вас на канале. Вот, наконец-то я набрал последние очки гильдии, выполняя, соответственно, задания гильдии. Вот, как вы видите, это здесь они берутся, в этой вкладке. Не забывайте соклановцам ставить звездочки, и в ответ вам будут тоже сыпаться эти звездочки. Вот, ежедневные задания. Здесь тоже можно получать эти очки гильдии, выполняя определенные задания. Вот, в магазине гильдии покупаете части, вот как эти чешуи всякие, вот, хвосты, то же самое. Вот этим отличается этот сбор этого дракона. Там три дракона мы собираем в башне отряда. Вот, священные башни, небесные, потерянные башни черного. Именно собираем, выполняя и задание гильдии, и зарабатывая именно вот очки гильдии. Раньше я их тратил на навыки, ну, на маленьких уровнях. Они мне повышали, конечно, БР-ку, да. Сейчас смысла особо нету их повышать. Вот. Они особо не влияют. Вот, на что я еще тратил. Ну, и тратил, покупая там всякие плюшечки после убийства зверя очередного. Вот. Покупал вот кристалл жизни для улучшения дракона. Ну, как он выглядит? Выглядит он вот, вкладка активировал я его. Запись, к сожалению, которую я делал ранее, она немножко неудачная была. Попортилась немножко. Вот. Пришлось активацию уже сделать. Вот он так выглядит. Уже немножко я его улучшил. Он уже второго уровня. Вот, ну и прибавляет вам хпшечку. О, кстати, я здесь стою в эпическом месте. Здесь увековеченные герои нашего клана. Вот, Нарвов, Персефоны и Пикассо. Интересно. Ну, вот что я хотел, в принципе, сказать про черного дракона. Не забывайте, что он собирается именно за очки гильдии, которые вы зарабатываете, выполняя задания гильдии, либо выполняя ежедневные задания гильдии. Вот когда вы 100 набираете, в ежедневных заданиях 100 набираете, здесь, по-моему, по 1500. Ну, дальше я уже не набирал, потому что там донатить надо в основном. Вот последний он открывается. Так что вот так. Ну, всем спасибо за просмотр. Лайк. Всем пока.